Шнуров вскоре снова станет отцом. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в четвертый раз станет отцом. Его супруга Ольга Абрамова ждет ребенка, пишет телеграм-канал «Татлер Батлер». Шнурова вместе с женой Ольгой Абрамовой заметили в Санкт-Морице, Швейцария. Источник уточнил, что женщина заметно прибавила в весе, потому что ждет второго ребенка. Предыдущего наследника Абрамова подарила артисту полгода назад. Имя ребенка держится в секрете. В сентябре 2021 года отец впервые рассказал о маленьком сыне. По словам музыканта, помимо ребенка, в доме три кошки и собака, из-за которых у него не хватает времени на хобби. Шнуров также признался, что стал семейным человеком, однако это связано не с обретенной мудростью, а со старением. А раньше же он считал счастьем любую симпатичную девушку в гримерке.